Всем привет! Обзор на браслеты якорь, якорного плетения, значит, шириной 6,8 мм. Начинаю я с шестерки показывать. Значит, якорные браслеты 6 мм шириной. Вот они, два здесь у меня представлены. В моем сегодняшнем обзоре, значит, так подальше буду показывать. Ну, видите, один выполнен на карабине. Вот замочек, карабинчик, видите. Второй на маленькой коробочке. Ширина браслета составляет у нас 6 миллиметров. Вот с алмазными гранями. Вот так видите, да, как он переливается. Красивые острые алмазные грани. Острые, я имею в виду, они не колют, ничего не цепляют. Так выглядит просто. Шикарно. Очень шикарно, очень красиво. Отлично видно, да? Значит, для девушек, я не то чтобы рекомендую, я так просто, это мое личное мнение, мне так кажется, что якорные браслеты вот именно на карабине лучше. Ну, потому что девушки с ногтями, им расстегивать вот эту вот маленькую коробочку не совсем удобно. Это, по моему мнению, опять же, я не знаю, может, кому-то это нравится, удобно, я не могу знать. Просто мое мнение таково. Значит, вроде как на карабине для девушек поинтереснее. Ну и на коробках тоже очень много берут. И в последнее время стали очень много своим женам мужики покупать эти браслеты якорные. Шестерку. Выглядит достаточно дорого. Не скажу, что прямо брутально по-мужски, прямо, ну вообще вот на руке. То есть брутально по-мужски вот восьмерка выглядит. Сейчас я ее покажу. А шестерку и многие мужчины берут, кто не хотят большой броский браслет. Он так выглядит дорого, красиво, вот эти грани. Они все на свету, на солнце, все так красиво переливаются. То есть, шикарно выглядит. Значит, вес вот этих браслетов маленьких, он составляет у нас где-то в районе 20 грамм, там, 15-20, ну, в зависимости от размера, да, сделаем такой шаг такой, в 5 грамм. Ну, и вот переходим мы к браслету якорного плетения 8, уже шириной восьмерки. Он уже делается, как правило, всегда замком с коробкой. Ширина его 8. Вес данного браслета у нас уже составляет в районе 30-35 грамм. Опять же, в зависимости от размера. Если размер очень большой, то он может до 40 дойти грамм. Значит, коробку сейчас я расстегну, покажу вам. Я уже во всех своих обзорах это показывал. Ну и здесь покажу. Внутри коробки также стоит проба нашего производителя. Проба 925, вот тут прямо на язычке. Просто фокус плохо работает. Ну и клеймо, соответственно. Браслеты все полностью выполнены, ну, так же, как все наши изделия из серебра. Из серебра 925 пробы, сверху покрыт нашим российским 585 золотом. Вот здесь уже на этом браслете 8 мм шириной грани уже еще больше выражены и играют еще сильнее. Такие браслеты мужикам очень полюбились, достаточно часто их берут. Мужчины покупают, да и жены своим мужьям тоже берут часто вот эти браслеты. Но я думаю, хорошо видно, да, как выглядит. Значит, с коробочкой он выглядит, сейчас я просто хочу показать и коробку со всех сторон. С коробкой он выглядит более так, побрутальней и прямо дорого. Я думаю, что, ну, если в золоте такое делать, будет как минимум больше 100 тысяч, а то и 150, может быть, на сегодняшний день, наверное, тысяч под 150. Выглядит прямо очень-очень шикарно. Так что обращайтесь на нашем YouTube канале Иван Сергеевич Цепи, браслеты из серебра. Очень много обзоров на наши изделия. Номер телефона для связи. Лучше всего писать на WhatsApp, потому что звонков очень много. Я не всегда отвечаю. Физически просто не успеваю. Сейчас вот я вместе покажу тоже шестерку и восьмерку. Конец уже обзора, чтобы вы видели, как выглядит 6 мм шириной справа и 8 мм шириной слева. Так что обращайтесь, отправим по России куда угодно, без проблем. Ну и грани как играют, еще раз показываю, просто невероятно шикарно. Вживую это все просто восхитительно. Так что обращайтесь, изготовим для вас, отправим куда угодно. Всем пока.